В Якутске стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады «Молодые профессионалы». В нем принимает участие около 200 студентов средних профессиональных заведений. Соревнования проходят по 18 укрупненным группам специальностей. Отличительной чертой соревнований является то, что жюри в теоретической части олимпиады оценивает знания английского языка. Региональный этап Российской олимпиады продлится до 15 марта. Команда-победитель будет защищать честь республики в российском этапе. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства охватывает внутри себя, если вот так укрупнить, это три этапа заданий для студента. Это обязательно теоретическая часть, оно может проводиться в любой форме, это могут быть и на компьютерах работы, и выполнение тестов. Обязательно есть задания по английскому языку, так как они будут эти же задания выполнять на всероссийском этапе. И, соответственно, большая часть, конечно же, уделяет внимание проверки практических навыков и умений, то есть профессиональных компетенций учащегося.